Ребят, пораньше закончил сегодня. Три часа дня. Мне нужно в банк поехать. Обычно я в банк не езжу. Обычно все депозиты, чеки, которые по бизнесу проходят, я использую мобильные приложения. Ну, в принципе, это как и все так делают. И кладу на счет через мобильное приложение дома. А сейчас мне просто чек пришел на... Страховая компания заплатила, и чек больше 10 тысяч долларов, и через мобильное приложение его никак нельзя сделать. Вот, приходится, поэтому я просто снимаю и еду, разговариваю. Поэтому мне приходится сегодня ехать в банк, и хочу показать, как банки, как работает американский банк, как я кладу депозиты в банке. Банк у меня Chase. Так, я думаю, как лучше ехать, а? Вот давайте, наверное, вот сюда. Сам в банк заходить я не буду. Там, наверное, ну не то, что очередь, а если это масочная система, дистанционное расстояние, я проеду через окошко, drive-thru. И покажу, как это работает. Мне нравится система, это классная. Ну, наверное, сейчас тоже такое везде есть. А, но в Америке это уже, как я приехал сюда 24 года, так это здесь до меня еще было. Поэтому мне это очень понравилось, классная система. Сейчас, ну, не буду объяснять, просто покажу. Так, это магазин наш, Майер. Продуктовый, овощной, такой универсальный, тут все есть. Там дальше Гарден. Мы сюда иногда заезжаем после Коска. В Коска скупляемся. Потом идем в этот магазинчик. Так, стоп, пропускаем пешеходов обязательно. Это святое. Так, здесь у нас заправка. Вернее, не заправка, мойка с левой стороны. Car wash. Вон мой Chase. Тут у нас вон гарден, цветочки. Все для дома, для сада. Там заправка Tesla вдалеке. Проехали, машин нет, одна стоит только, да. Так, тут у нас куча ресторанчиков всяких, какие-то out of business после пандемии, какие-то вот Chase. Ну ладно, я проеду так. Очередь, ну ничего страшного. Так, можно вовнутрь зайти, можно встать в машину, как раз я сейчас подготовлюсь. Вот сюда мы встанем в первую очередь, первое окошечко. Вот. Здесь у них он написано drive-thru, зеленый light. И там он есть ATM машина, где можно деньги снимать, не выходя из машины. А сам центральный вход, здесь как бы я подъехал с заднего двора. Самый центральный вход вон там у них. Так, что мне для этого надо? Мой drive license, водительское удостоверение, чек. Ребят, чек на 11577 долларов. Это на Lexus, который я ремонтирую, 15 года, GX460. И это недостаточно. Они еще пришлют один чек на 2300. И еще. Вот видите, он дяденька ложит, достает специальную такую колбочку. Туда положил документы, поставил в ящичек, нажал кнопочку, дверца закрылась. И сейчас оно под вакуумом, пьем, улетело вовнутрь. Вот, сейчас там внутри банка это все приняли. С ним связались по видеокамере. Спросили какие-то там вопросы, если надо. Что он хочет, какие операции он хочет делать. Вот, и они сейчас там все это сделают и... Опять через эту колбу ему все пришлют назад. Так, ну все. Он получил свою колбочку. Взял денежку. Ставит на место. Все, сейчас наша очередь, ребят. Пытаюсь снять.
Я этим никогда не занимался, здесь прям перед банком впереди снимать. Посмотрим, что получится. Ну, сам процесс вы поняли, как работают банки в Америке. То есть здесь в банк можно вообще не заходить никогда. Так, едем, едем. Так, все, я положил в колбу свою, что мне надо. Ставлю вот сюда. Видите, нажимаю кнопочку Send. И вот так оно раз и уходит. А только что она меня спросила, что я хочу сделать. Я сказал, депозит на бизнес-счет. Она сказала, да, сэр. Сейчас минуточку, все сделаем и пришлем ресит. Я просто стесняюсь, она, это же девушка на меня смотрит в маске. Я ее тупо снимаю на телефон, поэтому как-то мне слишком неудобно. У них вот там, там они сидят где-то вдалеке. Ребят, вон там окошко впереди. А там это окошко специально для тех, кто приезжает поздно после работы, как, когда банк уже закрыт. Он закрывается где-то в 6 вечера. Thank you, ma'am. Ага, bye-bye. Вот она ложит мне. Все, сейчас я получаю. Смотрите. Он сказал, thank you, Сергей. Меня тут, кстати, все знают в этом банке. Потому что у меня здесь и... Ну, я с ними давно работаю. Вот так открывается. Берем ресит, ласенс. Все. Ложим обратно. Все, ребят, поехали дальше. Вот так это работает. Аккуратненько выезжаем. Так, вот эта кошечка. Это люди приезжают, ложат чеки туда ночью, когда банк закрыт. Вот это Чейз, смотрите. Тоже впереди достаточно много машин. Таких банков очень много отделений. В каждом районе по несколько банков. Не только через банков, очень много в Америке всяких. И очень удобно по расположению. Так, этот куда-то вообще едет тупо. Вот видите, очередь какая. Драйв-ру все стоят. А крайняя машинка ATM. Деньги получать. Ну вот так, ребят. Вот так работает банковская система. Все, я поехал домой. Всем удачи. Пока-пока. Ребят, решил, пока еду домой, немножко улицы поснимаю. Ну, покажу вам, где мы живем, наш городочек. Вот сейчас пока на красный свет стою. Ну, сделаю паузу. Так, впереди он с правой стороны Audi Lexus, Lexington, Audi дилершип. Вот. Сзади магазин по мебели. Это винно-водочный. Ну и тут начинаются частные районы спальные. Мне нравится, видите, что вот две полосы пошли прямо. Одна направо на перекрестке и две налево. То есть вот смотрите, перекресток из 5 полос. Хотя две полосы идут только прямо. Мне это нравится, очень классно. Кстати, очень продуманное движение в Америке, особенно в таких маленьких городочках. Большие, конечно, там, ну, города старые строились еще в те времена, поэтому там всегда трафик, всегда трудно ездить. А в таких городах, вот как у нас, их очень много в Америке, а движение просто продумано идеально. Опять мой друг Саша сегодня из Синсинати снимал ролик, как люди поворачивают на красный свет. У нас тоже это можно. На красный свет, на светофоре поворачиваешь направо, только направо. Нужно предварительно остановиться и поехать, если машин нету. Все-таки это разгружает перекресток и трафик движения. Так, вот две полосы налево поворачивают. Эта дорога ведет к нам в район, где мы живем. Тут уже спальные районы пошли, все справа-слева. Вот слева достаточно, они видно за деревьями, достаточно богатый район. Хороший такой, солидный. Мы, кстати, там гуляли как-то, и у меня даже видео есть. Мы вот там на затворках гуляли и снимали.
Так, ну мы едем прямо. Пока камера включена, может кое-что будет видно. Покажу кусочек нашего города. Ну, пока просто поля и дома. Ну, в принципе, так и будет здесь, потому что тут все спальные районы пошли. Одни районы богатые, вот этот район очень богатый. А дальше средненький райончик идет, там разных уровней, ребят. Вот, допустим, здесь дома по $1 миллиону стоят. Дальше по 300-500, ну, в районе 300-500 тысяч. В нашем районе тоже от 200 до 400 тысяч долларов. Все зависит от районов. Так, ладно, ребят, дальше не интересно. То есть, ну, вот такая, в принципе, будет картина. Пока остановлюсь. Кто-то звонит. Ладно, пока не буду отвечать. Вот опять перекресток. Две полосы пошли прямо. Вот. Перебегает дорогу детвора. Пяу. Так, нам направо. И вот, в принципе, этот наш район, где мы живем. Немножко сейчас сниму, как мы едем в наш район. Такая зеленая полоса справа-слева, как в лесу. Слева вон там школа у нас. Я уже не помню. У нас здесь три школы. Какая элементари, или это для детишек маленьких. Ой, камеру задрал вверх. Вот здесь неплохие новые апартаменты построили. Трехэтажные такие лакжери. Они классные. Клабхаус вот здесь. Спортзал там, бассейн сзади. Очень, кстати, очень хорошие апартаменты. Так, и вот здесь мы поворачиваем налево. Это мы въезжаем в наш район. Как бы с тыльной стороны. Там есть еще есть два входа въезда к нам. Но я здесь въезжаю всегда. Так, здесь у нас еще один поворот в наш район. С правой стороны дома стоят. С левой стороны посадка и зеленка. И вот здесь я тоже как-то видел, показывал, детская площадка. Детская. Ну, обычно там детворы много. Сейчас сколько? 3:30 всего лишь. 3:30 полчетвертого времени. Никого еще нет. Только белые люди едут домой в такое время. Ну, шучу, конечно. И вот наше озеро в нашем районе. Рыбак какой-то идет. Так, все, ребят, заканчиваю на озере. И всем пока-пока.